То, что люди говорят, нам не безразлично. Не ходить на карате стало неприлично. Все вокруг твердят одно, джинсы уж не в моде. Нынче ходят в кимоно при любой погоде. Раньше мы про карате не слыхали. Только в этом уж теперь мы признаемся едва ли. Чтоб престиж не пострадал, вам необходимо карате скорей отдать дочку или сына. То, что вам не по плечу, сможет и ребенок. Заниматься карате можно хоть с пеленок. Только в этом уж теперь мы признаемся.